ищите новые идеи для сытного завтрака, тогда присмотритесь к этому интересному рецепту. В начинку вы можете добавить абсолютно все, что есть под рукой, это удобно и всегда разнообразно. Покажу вам, как приготовить бутерброды из лаваша быстро и вкусно. Я рекомендую их перед подачей обжарить до румяной корочки. Так, на мой взгляд, получается вкуснее. Кроме основных ингредиентов, в начинку рекомендую добавить немного соуса по вкусу, кетчуп, майонез, сметанный соус и так далее, чтобы бутерброд не был сухим. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Лаваш разрежьте на 6 равных квадратов, подготовьте все ингредиенты для начинки, для соуса смешайте майонез и сметану, добавьте пропущенный через пресс чеснок и измельченный укроп. 2. На квадратик лаваша выложите ломтик лаваша и 1 столовая эль соуса. 3. Затем тонкий ломтик огурца, помидора и сыра. 4. Аккуратно заверните лаваш конвертиком, таким образом подготовьте все бутербродики, обжарьте закуску на сковороде с растопленным маслом до румяности с двух сторон. Вкусняшки, подписавшимся. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Лаваш 1 штука, сливочное масло 1 столовая ложка, колбаса 6 ломтиков, сыр 6 ломтиков, помидор 6 ломтиков, огурец 6 ломтиков, майонез 3 столовые ложки, сметана 3 столовые ложки, укроп по вкусу, чеснок 1 зубчик, количество порций 6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Заходите снова.